Рождество. О, есть! Волшебное время, когда все члены большой семьи собираются вместе и благодарят Бога за то, что такое случается лишь раз в году. Это Шарлотта Купер. Счастливого Рождества! Она одержима одним непреодолимым желанием. Мы собираемся вместе лишь раз в году. Я хочу, чтобы все запомнили идеальное Рождество. Вот эта улица. Мы встретим идеального Санту! Года! Кажется, тут их распродажа. Он существует? Ее дочь Леонора застряла в поисках идеального парня. Все просто мечтают устроить мою личную жизнь. Да, мы едва знакомы, но побудь моим парнем хотя бы один вечер. С какой стати? Мои родители будут счастливы. Надо только договориться, сколько мы уже встречаемся. И как тебя зовут? Бэнг! Ее сестра Эмма подбирает идеальный подарок. Это недоразумение. Зачем вы взяли в рот брошку? Я думала, это леденец. А ее сын Хэнк ловит кайф от жизни отцом-одиночки. У Мэдисон теперь новый стиль общения, только в обморок не падайте, ладно? Скажи привет дедушке с бабушкой. Привет, Мэдисон. Но ты, старый пердун. Папа, не надо. А планы у нас смех и радость. Это Рождество. Счастье по расписанию каждый день. Что бы ни случилось, мы одна семья. Аня. На какой скорости мы поедем? Мам, пап, это Джо. Мы помолвлены. Mm-hmm. Так выпьем за это. Я алкоголик. Это шутка. Шутник. Люблю сострить. Ах ты. Бабушка и дедушка, потерявшиеся девочки, подойдите к кассе номер 5. Где ты, пердун вонючий?